Ни для кого не секрет, что сегодня колбасы не соответствуют вкусу, составу и аромату оригинальных мясных продуктов. В этом рецепте я покажу вам рецепт приготовления натуральной вкусной колбасы. Домашняя колбаса – отличный способ использовать не очень дорогие кусочки мяса, чтобы в итоге сделать что-то вкусное. К тому же, домашнее блюдо всегда лучше, потому что вы точно знаете, что в нем. Мы выросли, поедая домашние колбасы, и теперь я тоже научилась делать эту вкуснятину. Читайте о том, как приготовить домашние колбаски в натуральной оболочке, и вы станете профессионалом в кратчайшие сроки. Досмотришим видео, и я предложу записать список ингредиентов. Подписавшимся больше вкусностей. Нам понадобится: свинина с жиром 0,9 кг, 225 грамм нарезать кубиками, 675 грамм, на фарш. Мраморная говядина 0,9 кг, 225 грамм нарезать кубиками, 675 грамм, на фарш. Бекон 200 грамм, по желанию. Морская соль 3 чайных ложки. Цельное желтое горчичное зерно 1 столовая ложка. Черный перец 1 чайная ложка. Любая соленая приправа половина чайных ложки. Холодная вода 1 стакан. Натуральные свиные кишки 1 штука 3-3-5 м. Количество порций 8-10. Щелчок, клик, нажатие на лайк. Это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Следите за новыми видео на канале, и всем пока!